Дневник Тани Савичевой, макет диорама «Дорога жизни», весы с кусочком хлеба. Эти и другие экспонаты можно увидеть на открывшейся в Одинцовском историко-краеведческом музее выставке «Блокадные окна Ленинграда». Патефон – мой любимый экспонат. Метроном. Метроном он раньше действовал, он хорошо его можно включить, он работает с того времени еще, 30-х годов метроном. Ну и здесь вот такая инсталляция блокадного Ленинграда, квартиры блокадного Ленинграда. Это чайник, керосинка, здесь вот цинковое ведро, вот такая инсталляция. В подготовке экспозиции принимали участие воспитанники клуба по организации досуга детей и подростков «Изумрудный город» Одинцовского центра развития культуры. Кристина нарисовала ангела в окне, а Саша – испуганного войной мужчину. Ребята стали первыми посетителями выставки, прослушали экскурсию и осмотрели экспозицию. Катюша, мне очень понравилось. Чем понравилось? Большая, мощная она. На открытие выставки также пришли почетные гости. Автор проекта Андрей Ткачук, депутат Одинцовского городского округа от «Единой России» Михаил Солнцев и другие. Выставка работает, выставка открылась. Музей тоже частично уже открыт. К сожалению, мы не можем принимать наших посетителей в том объеме, как это было в прошлом, например, году на этой же выставке. Но тем не менее, мы вас всех ждем. Ознакомиться с экспозицией можно по 10 февраля, а для этого необходимо позвонить в музей и записаться на экскурсию. При посещении музея необходимо соблюдать социальную дистанцию и быть в защитной маске. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».